Ваше Величество, позвольте представить. Величайший детектив всех времен Шерлок Холмс и доктор Джон Ватсон. Я вас люблю, Ватсон. Вот эта красотка! Выглядит сногсшибательно. Шерлок Холмс. Его методы изобретательны. Вот оно. Он мастер перевоплощений. Что ты сделал с Шерлоком? Что вы, Ватсон? Это же я. Поразительно! А его ум гениален. Угол замаха, учесть деформацию пола, комар ликвидирован. Бесподобно, Холмс! Господи, Ватсон, главное без паники! Вот сачок! Убийство в Букингемском дворце. Раскрой это дело за 4 дня, или я убью королеву. Подпись профессор Джеймс Мориарти. Идемте, Ватсон, поймаем убийцу. Держи карман шире, Шерлок. Приступим к вскрытию. Я доктор Грейс Харт. Женщина-доктор? Невозможно. К счастью, у нас есть настоящий доктор. Морфинчику не желаете? Мне осталось жить 2 дня. Раскройте это дело. Ваше Величество, можно с вами сфотографироваться? Ватсон? Кто будет нас фотографировать? Я сам. Это типа «Сними себя сам». Эй, детка! Эй, детка! Холмс энд Ватсон. Возле окна освещение будет получше. Пошли. Мэм! Холмс! О, Господи! Твою ж налево!